Ивановцы свое отлетали. Авиарейсы Иваново-Казань-Иваново отменены с 1 января. Авиакомпания «Оренбуржье» начала перевозки в ноябре прошлого года. 17-местный самолет L-410 выполнял авиарейс трижды в неделю. Согласно комментариям правительства Ивановской области, полеты в Казань, вероятнее всего, возобновят во втором квартале текущего года. Дело в том, что закончилось финансирование из федерального бюджета. Авиакомпания «Оренбуржье» в феврале намерена подать новую заявку на получение субсидий. За 2 месяца полетов из Казани в Иваново прилетели 103 пассажира. От нас в Казань было отправлено 90 человек.